Привет, я Екатерина Андреева, руководитель агентства недвижимости «Кригер». Сегодня показываю вам наш объект. Мы находимся на улице Большое Понизовье, дом 14. Квартира площадью 35, чуть больше квадратных метров. Пойдемте смотреть. Начнем с подъезда. Из подъезда можно выйти на две стороны. Или на детскую площадку, или в сторону улицы. Это очень удобно. Просто так попасть в приквартирный холл у вас не получится. Это безопасность дома. Поэтому для того, чтобы зайти, нужно приложить магнит. И тогда добро пожаловать! Идем смотреть квартиру. Итак, мы начинаем осмотр самой квартиры. Во-первых, здесь установлена уже хорошая металлическая дверь. Над моей головой расположен электрический щиток. Пожарная сигнализация, сам щиток и розетка для Wi-Fi. Ремонт в квартире выполнен в студийном стиле. То есть здесь у нас зона кухни, здесь у нас зона гостиной. В зоне кухни вытяжка, розетки для бытовой техники, подводка воды, еще розетка. В общем, все для комфортной жизни. Гостиная зона, кстати, квартира вообще очень светлая и приятный вид на детскую площадку внутри дома. Вот такой вот милый вид из ваших окон. Не менее важное место в доме – это спальня. Показываю вам спальню. Такая спальня полностью готова к установке мебели. Пожарная сигнализация, куча розеток для того, чтобы вам было комфортно. Вид из окна спальни также на детскую площадку, а широкий подоконник для ваших дизайнерских фантазий. Ну и напоследок показываю вам наш санузел, который просторный, совмещенный, спокойно входит стиральная машина, даже если нужна сушильная машина, благо место позволяет. Отдельно хочется отметить, что несмотря на то, что микрорайон новый, как и, собственно, вся новая Москва, тем не менее, на первых этажах этих домов расположены коммерческие помещения, которые практически все заняты, поэтому у вас не будет проблем ни с едой, ни с аптекой, ни со вкусными булочками. Квартиру вам показала Екатерина Андреева. Записывайтесь на просмотр этой квартиры, а также просто становитесь нашими клиентами. Пока!